Счетчик пузырьков с обратным клапаном из металлического сплава. Обратный клапан там встроенный. С одной стороны у него крепление на клапан тонкой регулировки, либо на редуктор, где есть похожая резьба. Резьба М10/1, а вверху, соответственно, у него крепление для шланга ЦОшного. В комплекте идет вот такая прокладочка вот сюда. Прокладочки желательно смазывать силикончиком для того, чтобы все это держалось. Да, и вообще в целом все крепления смазывать силиконом. Обратный клапан из металлического сплава. Здесь акрил. То есть все бронебойное, долговечное и очень удобное и качественный товар.